Тупиковая ситуация у жителей Хомутовки. Это в Первоуральском районе. Единственная дорога из деревни перерыта, а вскоре ее и вовсе преградит забор. Все дело в том, что проезжая часть проходит по частной территории. Если раньше это был проходной двор, то теперь хозяева участка взялись за строительство. На чьей стороне закон и почему местных отправили полем? Репортаж Юлии Анашкиной. Там не проехать, тут все перекрыто. И как это случится, какая-то конфликтная ситуация? Это тупик, жалуются сельчане. Единственную дорогу, которая связывает Хомутовку с федеральной трассой, закрыли. На ее месте строят дом. Все обрезали, это сейчас надо кругаля добавлять. Лишние километры нам, во-первых, бензин, расходы. И как теперь для поселения, а пожар? Участок, через который проходит дорога, находится в частной собственности. Его хозяева утверждают, что при покупке земли о таком обременении не знали. Поэтому целых 6 лет не начинали стройку, ожидая, что местная администрация перенесет проезд. В итоге получили разрешение перекрыть старый. В прошлом году нам ответили, что перекрывайте дорогу. Мы решили, что мы сначала построим дом. А потом мы все-таки перекроем дорогу, потому что нам действительно надо строить дом. У нас уже выкуп везли, произошел. Все через администрацию. Администрация была в курсе всего все 5-6 лет. Законные стройки подтверждают и рабочие. У них на руках все разрешения. Они ходили везде, они писали. То есть я знаю, что они... Это не одного дня дело. Но у них все законно и все на бумаге. У них земля в собственности. То есть это решение было принято не ими, это было принято администрацией. Примечательно, что по кадастровому плану на дороге находятся еще 2 участка. Это значит, что объездные пути вскоре тоже могут перекрыть. Пока же единственный выход для жителей – дорога через поле. Но ее размывает даже небольшой дождь. В этом случае до дома можно добраться только пешком. Мы-то ничего не сможем сделать, потому что здесь нужно приличное вложение. Но если я себе тоже дорогу делал, здесь где-то... Около 10-20 тонников скалы только нужно привезти. Потом щебенки, чтобы дорога была нормальная. По словам юристов, закон действительно на стороне собственников. Но то, что администрация отдала в частную собственность землю с дорогой, вызывает вопросы. Поэтому за свои права жителям советуют бороться. Жителям в данном случае необходимо требовать, как вариант, установления сервитута. То есть сервитут – это право ограниченного пользования, в том числе и чужим земельным участком, для проезда, для прохода к своим домам, к своим участкам. Жители уже пишут коллективные обращения в администрацию. В мэрии, впрочем, запланировали строительство сперва временной, а потом и постоянной дороги в объезд частных участков. Юлия Анашкина, главные новости Екатеринбурга.